I give you the map. You are willing to do that? Yeah. It's the main point, because everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it that? Без лица я не семейный, как ни странно. И постоянно в голове одна и та же мысль, чего по сути я хочу и поднимусь ли в жизни. В последнее время понимаю, что слово Кент — это не родной человек, а лишь пачка сигарет. Один очень мудрый совет я получил от брата, что все пацаны твои, как что-то надо. Ладно, пройдусь до низа, поворот от бриза, но в каком бы состоянии не был, до дома дойду быстро. И чувство одиночества подавит затяг. Тебя больше нет, я же не он, лови маяк. Помнишь, я говорил тебе, что будет именно так? Помнишь, ты била кулачками, говорила, дурак. А теперь-то что? Мы все с тобой прекрасно понимаем. Ты была моей маленькой, я твоим недоромантиком. Оставим все, я снова вернусь в твоя груза. Меня никто не остановит, им всем наплевать. Ты помнишь первую встречу, я чуть ли не забыл. А это ж тот пацан, который тебя так любил. Она, наверное, забыла, как было. Она не думала, что перестанет называть любимым. Она не помнит, когда он был вменяемым. Не помнит, когда видела в нормальном состоянии. Жена до конца, ну да, хорошие слова. А что ты скажешь мне, родная, через годик, а? Вспомнила я тоже, а что любви было дороже? Фольга, зажигалка, да и ничего не надо.